Всем доброго времени суток. Сегодня с вами снова Наташа, Секреты Канзаши. И сегодня у меня будет очень маленькое видео, как делать шаблоны из моих распечаток. Вот я сделала тут новые шаблоны. И сегодня я покажу, как я это делаю. Сначала я в фотошопе их делаю, шаблончики. Затем распечатываю на простом листе формата А4. Далее на картон. В моем случае это картон от плотной, такой плотный картон от коробки от конфет. Простым клеем-карандашом я наклеиваю шаблон на коробку. Ой, простите, на картон от коробки. Ну, почему я его использую? Потому что он более плотный. И шаблон прослужит подольше. Наклеиваем. Далее, когда подсохнет, вот этот у меня уже подсох, я его заклеиваю обычным канцелярским скотчем. Далее готовый уже шаблон вырезаю. И вот у меня получаются такие вот шаблоны, которые можно использовать для бантиков с кожей и фоамираном. Работа простая, несложная. Шаблоны я выставлю по ссылочке под видео. Скачивайте, делайте. На этом видео все. Спасибо за внимание. Я очень рада, что я снова вернулась. До новых встреч! Подписывайтесь на мой канал. Впереди будем делать вот таких снегирей, которые я сегодня аппликации вырезаю. Снегири эти очень маленькие, аккуратненькие. Получается у меня 4 сантиметра снегирь. Я его также делала в фотошопе, затем всего расчленила. Но это будет следующий мастер-класс. Спасибо за внимание. С вами была Наташа, Секреты Канзаши.